В индустриальном районе осужден 38-летний хабаровчанин, устроивший в своей квартире наркоплантацию. В жилье мужчины на улице Волочаевской коноплянная оранжерея занимала 2 комнаты из 3. Нелегальное хобби вскрылось после небольшого взрыва на кухне. Оказались выбиты стекла, повреждена мебель, а у соседа упал телевизор. Хабаровчанин заявил, что взорвался портативный баллон, когда он разогревал еду на портативной плите. Хозяин жилья был очень встревожен и старался закрыть проход в комнаты. Участковый не сдал и в итоге увидел 2-метровые кусты каннабиса, мощную систему вентиляции и продуманное фитоосвещение. Всего в квартире злоумышленника было обнаружено и изъято 63 куста конопли. Кроме того, полицейские изъяли высушенную растительную массу. Проведенная экспертиза установила, что вещество является кустарно изготовленным наркотиком – марихуаной весом порядка 400 граммов. Кроме того, полицейские изъяли около 270 граммов невысушенных частей растения конопля. Мужчина пояснил, что выращивал запрещенные растения и изготавливал наркотическое средство для личного потребления. Соседи хабаровчанина говорили, что и подумать не могли о наличии такой плантации у мужчины. Окна он завесил наглухо. Ленту была, чтобы не видели, что это подсветка там и так далее и тому подобное. Ну, факт тот, что спокойно, мирно. То есть вообще не могли предположить? Мы вообще даже об этом, не знали, да? Не знали. Фигурант рассказал полицейским, что купил семена конопли несколько лет назад через интернет. Выращивать растения он начал в мае прошлого года и использовал исключительно для себя. Хабаровчанин официальной работы не имел. Раньше он трудился в транспортной компании отца, но потом уволился. Квартира, которую он оборудовал под оранжерею, принадлежит его матери. Раньше проблем с законом горожанин не имел. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 9 месяцев условного заключения. Приговор прокуратура обжалуют как слишком мягкий. Гособвинение потребует реального срока. С места происшествия Анастасия Привецкая, Анастасия Манина и Андрей Алферов.